Ну вот, несмотря ни на что, на все эти политические дрязги и нюансы, на все эти брекситы и фикситы, постоянно остается на континенте одно. Это красота наших русских женщин. И действительно, это снова признали на этот раз итальянцы. Писатель Джанни Бандьера в своей новой книге говорит, что спрос на наших девушек в Европе, ну, если можно говорить, конечно, спрос, только растет. Наверное, интерес, надо так перефразировать. Он издал своеобразный учебник для европейцев, которые хотят познать загадочную душу наших соотечественниц. Писатель сам является, кстати, поклонником женщин из Восточной Европы. Они, по его мнению, куда лучше итальянок. Во-первых, славянки нежные и домашние. А вот западные женщины со своими идеями феминизма уже больше на мужиков похожи. Да и внешне, те же итальянки, ну, поверьте мне, да, был в Италии, действительно проигрывают нашим русским девчонкам итальянки. Ну, почти никогда они не носят каблуков и очень, вообще очень-очень редко наносят косметику. Когда я еду в Москву или в Минск, как и всех итальянцев, меня завораживает красота русских женщин. Когда я приехал в Москву первый раз, я написал об этом в своей книге, я увидел в центре города группу очень нарядных девушек на высоких каблуках, красивых. Они выглядели как модели, но оказалось, что это обычные москвички, просто они вышли на прогулку субботним вечером. Это было удивительно для меня. Затем я разговаривал с разными случайными девушками на улицах и понял, что это норма хорошо выглядеть, и практически все они очень вежливы. Книгу опубликуют на русском языке, уже почти закончен перевод, в магазинах она появится в конце года. Кстати, будет она полезна нашим читателям, где можно будет узнать, что пугает европейцев нас с вами. Например, они считают наших девушек, если говорить все же о них, меркантильными, несмотря на то, что они такие красивые. Вот думают европейцы, что когда наши дамы позволяют за себя заплатить в ресторанах, то европейцы думают, это нежелание вкладывать в семейный бюджет. Вот так вот. Пугает заграничных ухажеров чрезмерная забота русских девушек о них. В общем, судя по всему, наверное, наши русские девчонки предназначены для наших русских парней.